Всем привет! Давно не было видео на моем канале. Сегодня последнее воскресенье января, 29-е вроде бы число. Решила записать небольшой влог о том, как мы проводим последнее воскресенье предпоследнего месяца зимы. Сейчас у нас небольшая развлекательная программа. Сходим в гости к енотам. Влог в проекте «Это же какой-то фестиваль енотов» или что-то такое. В общем, надеюсь, что удастся с ними сфотографироваться хотя бы, и там не будет большого количества народу, но, правда, это вряд ли. А потом еще поедем в одно место, и будет очень важное мероприятие у нас там. Я долго на него решалась, но давайте все по порядку. Сейчас идем в «Этажи». Здравствуйте. Этот видеоблог захвачен. Вход 100 рублей на животное в шапке-невидимке. Второго этажа, а тут какой-то ремонт еще идет, и в общем не получится показать вам питерские крыши, но вот что есть. Все еноты сидят в загонах, в некоторых загонах даже еноты не сидят, потому что, видимо, общаются с другими енотами в других загонах. Сфотографироваться с енотом у нас не получилось, к сожалению, но получилось у меня по ладошке потрогать енотика и почесать ему нос. В общем, забавные животные. Я так поняла, что сюда приехали владельцы енотов, то есть это не просто там от какого-то зоопарка, не просто какая-то ферма, которая разводит енотов, а это именно те еноты, которые живут у людей дома. И вот один молодой человек рассказывал, что енота стоит заводить, только если вы не боитесь быть покалеченным, что у него были разодраны все руки, и один раз очень сильно он укусил за палец. Че, откусил полпальца, он сказал? Ну, типа, откусил полпальца. Наверное, маленечко, конечно, преувеличил это он. Но еще мы там читали одну памятку про енотов, и там написано, что да, еноты действительно кусаются больно, и все общение у них проходит через кусание. То есть ты его ласково почешешь, а он тебя не очень ласково укусит, таким способом выразит к тебе свою любовь. А мы сейчас поедем дальше. Поедем на Яхтенную улицу. Там находится салон красоты, и попробуем навести красоту. Приехали в салон красоты Чикаго. Посмотрим, что сейчас мне предложат сделать своими волосами. Второй год подряд у меня под конец января появляются мысли о том, что мне нужно срочно что-то сделать с волосами. И вот я сейчас ехала сюда в машине и думала, интересно, почему же такая именно закономерность, почему именно под конец января. Подумалось мне только о том, что из-за того, что вот я постоянно ношу пуховик, это уже получается где-то второй-третий месяц постоянного ношения пуховика, из-за капюшона, который вот здесь вот сзади постоянно болтается, у меня волосы
превращаются в гнездо. Вот здесь вот, я думаю, что многим длинноволосым девушкам знакомо, когда там просто нерасчесываемый какой-то клубок волос появляется, и его очень сложно прочесать, потом волосы становятся сухими, но это потому что зима, и, короче говоря, хочется привести волосы в чувство. Год назад я просто сильно обрезала волосы, у меня были достаточно длинные волосы, ниже лопаток где-то, и год назад я резанула их практически вот так вот. Сейчас вот это вот отросло. Ну, в год волосы росли где-то на 12 сантиметров, и вот год я с ними вообще ничего не делала. Кроме того, последний раз я красилась году в 2007. Я покрасилась примерно в свой натуральный цвет, и после этого я уже стала отращивать свои волосы, так что уже 10 лет я вообще не красила волосы. Если честно, мне очень сильно страшно, потому что реально думала, что все, я буду ходить со своим натуральным цветом волос. Посмотрим. Прошли просто замечательно, сидела я все это время, думала о тяжелой женской доле. За то время, пока меня высветлили, затонировали и запечатали все это дело кератином, успели подстричься полностью три мужчины, и пришел еще четвертый. Отсюда я сделала вывод, что быть женщиной почти в 4 раза сложнее, чем мужчиной. Зато мы можем меняться, да, и быть красивыми очень сильно. А, еще подумалось мне о том, что чем больше времени... Точнее, чем натуральнее мы хотим выглядеть, тем больше времени на это нужно потратить. Это, знаете, как есть нюдовый макияж, который часто красишься для того, чтобы все подумали, что у тебя нет макияжа, ты от природы такая красивая. Вот то же самое и с волосами. 3 часа делали натуральную прическу. Так, чтобы не было заметно, что мы что-то делали. Конечно. С нетерпением буду ждать тогда этого замечательного выпуска. Я думал, что... Мы приехали поужинать и обмыть мою новую прическу в ресторан, в который я давно хотела сходить. В общем, сегодня полностью мой день, и воскресенье, последнее воскресенье января удалось. И пусть у вас тоже все будет хорошо.